Салют, народ! На днях сидел и думал, что бы такое заснять. И вспомнил про аниме Dragon Ball, которое популярно с... В общем... Решил сделать сборку мода в Террарии, где за основу взял мод Dragon Ball. И вот что получилось. Кстати, записывая со своим заебанным корешем Шараги. Приятного вам просмотра. Так, ну что ж. Рандомизируем персонажа. О! Вот нормально. Так, Enter World Name. Интересно. Думаю, так сойдет. Приступаем. К адскому выживанию, тогда я, пожалуй, присоединю веселье. Конечно. Блюдок. Мне мои шортики не нравятся, телка и другие. Это лучше. Униме. Гонку. Это просто сейчас это страшно. Так, страшно сейчас не это. А знаешь что? Что? То, что я собираюсь сделать. Побочных эффектов не должно быть. Молодец, конечно. Так, с какой стороны будем... строить? Ого, сундук, ничего себе, генерация. Чё, нас там спасают, я смотрю. Да, что-то неплохое выпало. Это говно из жопы. В общем, предлагаю дом строить с вот этой стороны, потому что тут более благоприятная среда обитания. Окей, я эту воду понял. Только уничтожим и все. Я тебя понял. Причем прекрасно понял. Мне нужен этот... Понял, что мне нужно. Земелька, дерево и все, что можно. Да, земля и дерево. Использовать. Стоп, мне нужно умереть, чтобы проверить, где мы появляемся. Мы появляемся. Сейчас я поставил бы туда обозначение. Но я уже умер, так что не волнуйся. Точно. Так. Стоп, я женщина? Да. Вероятно. It's a trap. Вот тут ты появляешься. Можно как-то сменить. Ладно. Ну, там да, будет так... зелье смены гендера потом. Когда-нибудь. Противно. Порой. Ты вот знаешь, что ты вот уверенно так идешь, а потом до секунду за смерти. Понимаешь, что у тебя одето. Оу! Главное тут еще воду не слить, а то кромешный ад начнется. Пришел я сюда, чтобы накопать земельки. Кстати, активируем мазохист мод. Было больнее. Можно, в принципе, достать из ящика что-нибудь. Я, кстати, какой-то ODD Keystone. Он в крафте применяется. Какой-то адский крафт там. Не буду я, пожалуй, сейчас об этом думать. Глазком больно, да? Да.
Я нашел сундук. Еще один. Чудно. Вероятно, за первую серию два сундука. Чудно. Мы только появились. Хорошая генерация, кстати. Ой, я сейчас просто в могиле был. Секунду. Ах, хорошо. Замечательно. О. Так. Ладно. Единственный способ попасть обратно. Как они меня бесят. Ужасно. Надеюсь, ты там развлекаешься. Я там развлекаюсь. В обратную сторону. То есть они с тобой? Да. Это неприятно. Более чем. Представь то, что вся твоя накопленная неприятность в жизненных ситуациях увеличивается в 10 раз. Поставь себя на мое место. Не так уж и плохо. Хорошо. Я смотрю, ты стойкий. Хочешь увидеть мою стойкость? Знаешь, ты не похож на человека, который обладает данной стойкостью. По крайней мере, если мыслить масштабно. Какой я мудак. Меня уже бесит. Я забываю то, что у меня находится. Время прогуляться по долине смерти. Да. Реклама Деатрана непроплаченная. Понял. Нам никто за рекламу не платит. Конечно. Пока что. Хорошему продукту не нужно рекламировать себя. Про него и так все знают. А-а-а. Это да. Все равно, что, не знаю, делать рекламу... Что ты читаешь вся говном в жопу? Могилы, гроба. А, так а зачем, если тут и так все понятно? Качество стоит затраченных усилий. Понял тебя. Вообще, непонятно, что я сейчас сморозил, а сам-то день просто не слушай меня. Игнорируй. Ну, ты в принципе логично сказал все, но звучало от тебя это как какое-то самопожертвование. Я легкий. Так, сейчас главное не забыть вовремя брать. То, что мне не нужно. Ну и чё он тут встал, мудель? Достал авки, не дает достроить. Ублюдок. Гид. А еще раз. Барахтается. Просто посмотри на этого урода. Капец, блин. Больше грязи. Сколько примерно? Ну, штук 50. Да, окей, спасибо. Так, теперь нужно дерево. Так, на, держи. Барахтается там тролль. Собака. А? Так, мы появляемся
Ну, сейчас. Что, я уже забыл, я... Память как у рыб. Ну, я сейчас... Плавай! Так, вроде бы здесь, если не ошибаюсь. Там стояло надгробье. Спасибо. Всегда, пожалуйста. Я, пожалуй, установлю его снова. Нет. В общем-то, получается, один слой мы зря, да? Да стоп, если мы... Я проверю кое-что. А, не, вода не просачивается, хорошо. Тогда запиливаем до смерти. Довольно-таки долог и тернист. Я думаю, оправдает наши затраты. А мразь барахтается до сих пор. Сейчас пойду прикончу. Смотри на него просто. Давай, иди сюда. Давайте поможем Гиду выбраться из болота. У тебя молоток есть? Сделай молоток. Это значительно упростит ему задачу выбраться. Он не может выбраться, потому что тут типа склон такой крутой. Вода. Да. У тебя не было воды? Надо перекрыть. А, водичка. Сейчас. Ой, темнеет, Барток. Плохо. Нормально. Делаем молот. Подожди. Ты там Гида смотри, чтоб он за мной не пошёл. Всё, я его освободил. Я его освободил. Какая-то свобода. А теперь закроешься это немедленно. Хорошо. Насрал здесь. Ух. Ух. Всё. Ну вот. Ну вот и всё. А давай, ты знаешь, что делать. А, извиняюсь. Замечательно. Блин, оно надламывается наполовину. Далеко мне строить. Я думаю, этого расстояния будет достаточно. Угу. Для нашей тюрьмы. Даже сказал вот так чуть-чуть. Первый этаж будет повыше. Прощай. Это Гиду? Агид, блюдок. Он прикрывает нас. Ну пусть постоит тут как... Дурачок. Блюдок. А, мы можем же им... мгновенный шаг показать. Оп, оп. Исчез. Мгновенный шаг. Оп, оп, только не умри, они там издалека. Я вот гидом, к примеру, прикрываюсь. Почти умер. Но не до конца.
Нам надо побольше дерева. Нужна древесина. Для этого придется пересекать озеро. Это... Опасно. Опасно. Очень опасно. Молодец. Что? Почему он курлыкнул, как мразь? Нигде нет спасения. Да. Согласен. О, ой. Тут нужно заманить его вниз. Смотри, как он клюет. Да. Приветики. Аккуратно, он в камень превращает так-то. Сюда, мразь. Заманивай его в ловушку. Отходи. Наш герой погиб. Он мгновенный шаг использует, кстати. Убит герой наших союзников. Только что был здесь, и он телепортировал. О, вот это вот парни звал. Это очень страшная вещь. О. Против мгновенного шага он ничто, да? Да. Навыки бесконтактного боя. О, наконец. Замечательно. Я, кстати, 6 сильвера. Ну... Забыл то, что эти зайцы агрессивны. Очень. Что это за рука? Она тянется к небу. Рука бога? Нет. Клан какой-то. Сейчас просто так страшно на секунду стало. Топ-10 ошибок аниме-персонажей. Да. Топ-10 ошибок начинающих ютуберов. Я думаю, вот это получше подойдет. Так, надо строить дорогу. В Эльдорадо. Конечно. Скрытая реклама Эльдорадо, или что? Нет, ну техника у них прикольная, конечно, да. Дорогая, говно из жопы, ДНС лучше. Да. Да. У этих хотя бы есть интернет-заказ. Лук и супер-мега-мощная магия. Чувствуешь это? Магическая сила переполняет тебя. Просто нереальное оружие. Сейчас я посмотрю, насколько оно носит импакта. Ну ты там аккуратно. Воспользуйся шагом. Это урон. Это я понимаю. Воспользуйся шагом. Я тебя немножко подставил. Подгадил мне. Поставь там платформы, потому что я чисто появлюсь, прям в ад упаду. Опа. Приветики. О. Иди сюда. Но это не мешает ему ходить. Хочешь сделать шахту прям под спауном? Нет, это я хотел руду выкопать, а она не коп... Поэтому... Понял тебя. Нам мои нужно надежды... много дерева. Соглашусь с тобой, пожалуй. Вода. Я опять забыл! Неплохо. Просто невозможно.
Нажал. Водичка. Ну, это будет крайне длительное и увлекательное путешествие. Вчера ты тормоз. Я прям, знаешь, так долго старался долго говорить, как можно попалённее, чтобы вообще... Почему я не могу? А, капец. Поставить? Страшно. Уходи, уходи от меня. Ага. Одна голда, уничтожь их. Стараюсь. Сядь. Твоя могила. Можешь не скапывать. Она принадлежит мне. Кстати, утро уже. О, мы пережили первую ночь. Опа. Его. Ну, насколько ты его оцениваешь? Так. По пятибалльной шкале 3 Рихтера из... Ладно, надо попробовать изучить его. Только не умри. Но это мы с радостью. Зачем ты сказал? Что не стоило говорить. Я просто знал, что случится. Я знал то, что так произойдет. Так. Там дальше жесткий обрыв начинается. Этого. Акула? О, страшно. Отдавай свой плавник, мразь. Ковыряю довольно-таки ее быстро. Давай то, что в начале игры. Неплохо. Элементов вот. Слишком сложно. Такое вот говно. Так много нужно всего на это говно. Это просто как. А может быть, по урону не судят, может там какой-то эффект. Может там скорость атаки адская. Кстати, добавить инвентарей. И в красную пати зайти. А. Да, это само собой. О, я, кажется, понял, какой биом. Это... Там шипы такие, да? Палёные. Да. Или нет? Ага. Такая палёная. О, всё, я понял. Внизу я умру, поэтому... Попытка номер два. В этот раз я постараюсь... Колду я свою забрал. Что это было? Ага, есть урон. Хрень. Ой. Ой-ой.
я умру? Конечно. Благодарю за ваше разрешение. Довольно-таки логучая, поэтому я поддерживаю. Уже интересно. Чё там? Походу... А, погоди, нам же надо дом построить. Твою сам пундель. Так, как мне назад попасть? Это основной вопрос, который я задаю. Вот. Я уже, я ужасный человек. Потому что у нас их так вообще почти нету. А, 6 штук. Почти нету. Я использую как раз себе. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Ты ужасный человек. Я пойду и сделаю мост. В Европу? Того. Так-то лучше. Так, я, пожалуй, прикрою все стенами уже. Это достаточно дерева? Ну, надержи половину. Если что, она с правой стороны около входа. Понял, бегу. Древесина. Ну, неплохо. Так. Так, ну... Ты там себе стен сделал сколько? 1000 примерно? 864, но... Нужно хватит, тогда я займусь стройкой. Я, пожалуй, начну сверху покрывать. Let's go, she's breaking your-
мы построили. Наконец-то. Я же проверил на... Так, сейчас я построю сраный мост. Что меня это уже бесит. Это просто невыносимо. С этой воды. Ого, ты тут. Ого, тут деревья высокие. Забирался. Деревья тут очень высокие. А, что тут у нас? Только там вода впереди, аккуратно. Я предупредил, если что. Хорошо. Одно мир исследуешь, что? Угу. Тяжело, со мной тут...